Продолжается поездка в Карабах и Восточный Зенгезур клуба международных путешественников в Норвегии «Вагаклаб» в составе 30 человек. Гости после города Шуша прибыли в Агдам. Путешественники вначале посетили агдамскую городскую джума-мечеть. Они были проинформированы о военных преступлениях армян, уничтожении ими наших культурных, исторических, религиозных памятников. Было отмечено, что одним из историко-религиозных памятников, подвергшихся армянскому вандализму, является агдамская городская джума-мечеть. Армяне не разрушили мечеть в военных целях. Они использовали ее минареты в целях координации. Минареты мечети разрушены изнутри. Потолок в нескольких местах обрушен, а дизайн и надписи преднамеренно приведены в неузнаваемое состояние. Армянские вандалы также продемонстрировали свою ненависть к азербайджанцам и мусульманскому миру, содержав скот в агдамской джума-мечети. Было отмечено, что после освобождения города Агдам от оккупации фондом Гейдар Алиева в джума-мечети были начаты реконструкционные работы.